Бонжорно, дорогие друзья, как дела? Смотрите, я тут с одним из лучших в мире барменов. Джованни. Джованни? С каких это пор? Не знаю, за что я тебя так. Прости, Джузеппе. И мы вот здесь. Это невероятно. Мы в Турине, кстати. На всякий случай, если вы не в курсе, это в Италии. Это кафе Платти, одно из самых старых кафе Турина. Это был магазин ликеров и сладостей. Так что, друзья, мы приготовим Милано-Торино. Милано-Торино. Это классический напиток, такой оригинальный аперитив, да? Я бы сказал, это король аперитивов. Король. Смысл аперитива – это получить наслаждение от обеда. Набор небольших канапе и в центре коктейль. И вот так подают аперитив в Италии. Это то, что в Англии называется пикник, в Греции – мезе, а в Испании – тапос. Да, это такая подготовка желудка и вкусовых рецепторов к обеду, да? Да. Давайте готовить коктейль. Нужно всего два ингредиента. Один – это сладкий вермут из Турина, а второй – горький ликер из Милана. Я приготовлю миланскую, а ты туринскую часть, хорошо? Так, 40 миллилитров горького ликера. Отлично. Вот так. А я столько же сладкого вермута. А еще, думаю, апельсин. Он очень важен для коктейля. Небольшая долька апельсина. Вот такая. Наполовину выжму и положу ее. Запомните, мельчайшие детали превращают обычную выпивку просто фантастический коктейль. Ну вот, Милано-Торино. Поровну. Вермуты и кампари, апельсин, лед. Это очень вкусно. Вы знаете, мне очень нравится. Хотите стать счастливым, пейте Милано-Торино, когда только сможете. Но у тебя есть модификация этого. Так точно. Это оригинальный коктейль. Милано-Торино. Но что произошло? Вот именно что. Появились американцы. В общем так, они приехали в Италию и попросили Милано-Торино и содовую, чтобы разбавить. Да, они просто не привыкли к этому горьковатому травяному вкусу. И мы сделали американо. Отлично. Налей 50 на 50 вермута и горького ликера, кампари, как и раньше. Аккуратно. То есть мы следуем тому же рецепту. Да, точно. Теперь также апельсин. Выжми и брось туда. Наполовину выжать? Да. А теперь положим лед во второй стакан шейкера. Так, хорошо. Будем его трясти? Нет, трясти не будем, будем переливать. Переливать? Да, переливать. Из одного стакана в другой. Предупреждаю, не повторяйте этого дома. Лучше на улице. Он-то профессионал. И теперь переливаем жидкость из стакана со льдом во второй. И вот так. А теперь смотри. Видишь пузырьки? Видите, вот тут эти пузырьки. И это все мы сделаем немного легче. И что, теперь просто дольешь? Немного содовой. Выжимаем апельсин, чтобы текло по кожуре, чтобы собрать масла. И теперь бросаем его. Отлично. Салют. Салют. В общем, у тебя тут Милано-Торино и американо, так называется? Да, американо. Очень легкий. Вот этот легкий, а этот более пьяный. Мне нравится. И вот, пожалуйста. Для настоящего аперитива тут немного тунца, отлично с солоноватыми артишоками, помидоры, моцарелла, сыр страккино, сливочный сыр из Пьемонта, салат рокет. Тут много разных вкусов. Комбинируй с американо. Откуси салями, ощути этот вкус трав в салями. Очень хорошо сочетается с горчинкой Милано-Торино. В Англии, в Австралии, в Греции... Просто подыщите еду, которая разбудит ваши вкусовые рецепторы. Копченая, маринованная, горячая, хрустящая, нежная, с этим замечательным коктейлем. Простое становится великолепным. Точно. Ну вот, друзья, это Милано-Торино и Американо. Два прекрасных коктейля в качестве аперитива. Очень культурно. Сделайте дома, попробуйте. До следующего раза. Берегите себя, подписывайтесь на канал, это бесплатно. И чао!